Добро пожаловать на канал Hardreset Info. Передо мной находится устройство Blackview A70. И сейчас я покажу вам, как добавить Google аккаунт на данное устройство и как его потом можно будет удалить. Итак, для начала мы переходим в настройки. Проходим вниз до раздела аккаунты, нажимаем сюда и нажимаем добавить аккаунт. После выбираем Google. Далее вводим адрес электронной почты или телефона. И после этого вводим пароль. Нажимаем «Далее», нажимаем «Принимаю». Еще «Принять». И таким образом мы добавили Google аккаунт на наше устройство. Теперь, если вы захотите удалить свой Google аккаунт, вы нажимаете на него и нажимаете «Удалить аккаунт». После этого нажимаете «Удалить аккаунт» еще раз. И, возможно, вам придется подтвердить паролем ваши действия. На этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Подписывайтесь на наш канал.